Всем привет! Это футбольные истории, 289-я часть, пропущенная. Я знал о том, что она еще не опубликована, поэтому с небольшим опозданием делаю. Но это видео ничего не будет отражать интересного, хотя я вам скажу, событий происходит громадное количество. Буквально сегодня я столкнулся, обязательно буду все рассказывать. Это видео я делаю для себя. Я искал официальную страницу FIFA. Вот я ее сейчас открою. Меня интересует описание эмблемы чемпионата мира по футболу в Катаре. Страница открывается так. Здесь я тоже это все зарегистрирую. Так, дальше смотрим. Вот она открылась. Включим видео, оно недолго будет идти. Одну минуту. Но это не так важно, даже. Оно мне не обязательно, это видео. Мне самое главное вот этот текст. Вот он этот текст. Сейчас я его сделаю, чтобы хорошо было видно. Вот так. Вот в таком размере, ракурсе. Я его снимаю. Я настроен очень серьезно биться за свои права, которые нарушила Международная Федерация Футбола. Еще раз возвращаемся. Это закончилось. FIFA и официальный адрес. На этом я заканчиваю. Всем всего доброго. Самое главное, мира всем. Сенсаций и чудес будет очень много. Все. До связи.